Должен вам сказать, что хоккеисты команды ЦСКА тренируются много, усердно и творчески. Мы хотим и в этом сезоне порадовать наших любителей большими успехами не только во всесоюзных соревнованиях, где команда должна быть 12-кратным чемпионом, но и успешно выступить в Финляндии в очередном первенстве мира. Думаем, что основной костяк сборной команды будут, как и в прошлые годы, представлять хоккеисты ЦСКА.